Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Ясан, ну и, конечно же, Екапитания американская. Детское питание или мне послышалось что? Екапитания, ну в смысле Екапитан, американская, не детское питание. Я не Таня, я не Таня, я Катя. Екапитания, в смысле Екапитан, никакая не Таня. Ой, все. И сегодня мы находимся там, где каждый день проходит война бесконечности. Где каждый день мы с Катей далеко от дома. Мы находимся там, где половина человечества пропала просто по щелчку пальца. У меня аж глаз задергался. Мы в Кызылорде. Кого? Это Казахстан. Я читала. Газеты вышли буквально вчера. Там просто. Я лучше промолчу. Мы в Кызылорда. Мы в Кызылорде. Кызылорде. Казахстану привет. Рахмет, правильно говори. Казахстану Рахмет, привет. Это я сейчас мат какой-то сказал? Нет, Рахмет это привет. Рахмет. Тут что-то нечисто. На самом деле, по этому поводу уже такие теории выстрелились, что мне даже страшно говорить. Ну давай ты свои теории придержишь на следующей серии, а пока мы с тобой будем выяснять, что же здесь происходит в этом мире. Только я сначала предлагаю свалить с этого глиняного биома, потому что здесь ни черта нормального нет, кроме вот этих вот мертвых кустов. Поэтому давай. А мне пошли. Нравится, здесь так красиво, колоритненько. Пошли, спускаемся. Опа, там метеорит какой-то разбабахался, видишь? Да просто бомжи, наверное, оставили за собой огонь, вот и все, ну, не тоже, потушили. Ну тоже, да, наверное, бутылки просто раскидали, поэтому и ушли. Ну ладно, давай пойдем. Опа, 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 подожди, я уже там крыши. Ой-ой-ой. Я крыши вижу, это значит, что в каждой серии нам везет, и мы находим деревни, это значит, что там деревня. Пошли вот туда. Что-то бомжи много всего раскидали, подожгли здесь, как я вижу, да? Все. Ты сейчас это слышал или мне показалось? Я это не только слышал, я это видел. Тебе только что по башке чуть молния не прилетела. Среди ясного-то неба! Алло! Я чё, виноват? Я шел, так же шел и видел то, что молния прям... А что это такое? Ну слушай, у меня есть одно предположение, что это может быть такое. Подожди, я трону, я первая возьму. Вдруг да, я знаю, то, что ты много вот этих вещей, которые тебе не принадлежат, ты любишь их трогать. Ну тронь, давай. Тихо. А, нет, тут написано, что я не могу это трогать. Типа, какой-то достойный только может взять. Чё за бред? Так, у меня уже в башке выстраивается теория, куда мы сегодня попали с тобой. Не бери, ты все равно не сможешь его поднять. Пойдем отсюда, это просто ловушка какая-то очередная. Ты что собираешься делать-то? Ну? Я сейчас его возьму и подниму. Угу. Ты если... максимум алмазную кирку можешь скрафтить и все. Слушай, не умничай, если в этом мире кто-то и достоин его поднять, так это я. Ну так давай уже, не мороси, а бери. Да ну нафиг, все, я пошла, ты тут сам разбирайся. До свидания. Я тебе говорил, если кто-то и достоин его поднять, то только я. Да ладно, на самом деле у меня просто силёнок мало, и все, ты там все поднять его могут, и все, я просто. И все. Че вот тут? И чё тебе этот молот дал? Ну и поди корову убей. Кстати, я не понимаю, чем мне этот молот дал. И в принципе, чем мы сегодня будем заниматься. Ну, поднял я какой-то молот. Пару раз шандарахнула молния, и у меня появилось на 10 сердечек больше. А у меня 3 сердечка, чтоб ты понимал. Можешь поделиться, пожалуйста? Ага, лови. Surprise, motherfucker. Я тебе этого не прощу. Подожди! Кать! Я походу понял, чем мы сегодня будем заниматься, ты меня слышишь? Отбивные куриные делать с этим молотком, или да что, нет, что ты никакие понял? Отбивнушки мы делать не будем! Мы сегодня богами будем становиться! А можно? Я уже расскажу про свою теорию. Подойди и расскажи.
Да, вот такие вот дела. В общем, нифига никакого бога Майнкрафта не существует. М? Как тебе такое? Ты бы такое не кукарекала своим ртом! Если он сейчас разозлится, то я больше этот молот и поднять не смогу, и мы больше никогда в Майнкрафт с тобой не зайдем. Кать, ты думай, что говоришь, мать! Хорошо, доказательство. Ты хоть раз его видел? Кого, бога Майнкрафта? Да. Не видел. Ну и чё теперь? А я вот видела. И знаешь, как он выглядит? Как? Как все подписчики в комментариях. Ты заметил? Только то, что они пишут, сбывается. Ну, это просто обычное совпадение. Ну да, как бы подписчики... Вот вы каждую серию что-то там пишете. Там, Эдисон, а давайте вы в следующей серии там с Катей не будете переставать становиться вот этими. И в следующей серии мы становимся вот этими. И реально, каждую серию сбивается то, что пишут подписчики в комментах. Я тебе об этом и толкую. Ой, случайно. Это ты сделал? Это я, просто я не туда, вот это... Вообще не туда, вот это все. Ой, и вот это не туда. Ля, смотри, что умею. Стопэ, успокой. Подожди, так. А что это тебе дает? А я не знаю, просто молот начинает сверкать, еще что-то там такое появляется. Короче, неважно. В общем, наша теория это то, что бог Майнкрафта подписчик. Или подписчики все, да? Каждый по очереди, они там сговариваются, выбирают очередность, этот сначала одно говорит, а потом другое говорит. Так, хорошо, я под предыдущей серией читал реально комменты, писали, чтобы мы не переставали становиться... Ты житель, а не трэш! О-о-о, там еще мистер Крипер, иди его тоже кокни. Сейчас, давай я мистера Крипера молнией выстрелю, я походу понял, кем я стал. Кем? Тором! Ядрить, колотить богом молнии! Да ты чё? Ты не говори такое! Ты вообще побойся Тора, чтобы такое говорить. Кать! А вот так нормальный человек умеет! И полетел. До свидания. Вот и осталась я наедине со скелетом. Ну и куда ты улетел? Вот так нормальный человек умеет? Не умеет! Только я так умею. Ладно, ты Тор, но только из последней части. То есть жирный бублик, да? На в лоб. Да у меня опять... Ой, да, Катя сегодня, походу, не видит. Скелет добил, да. Ну, извините, сегодня только я бог. Ты вот это, сосёшь капусту, да. Ой, привет. Смотри, что умею, а. Опа, закидываю туда молот. Я такой, абракадабра. И он ко мне возвращается. Mm-hmm. Я смотри, бросаю еще раз, такой, отхожу, вот, хоть сюда отхожу, и такой, и он ко мне возвращается, прикинь. Ну ты знаешь, ты меня уже ничем на самом деле не удивить. Мы с тобой уже и маринками были, и гепардами были, и в криперов превращались, и то, и сё. Подумаешь, молот к тебе возвращается, фигня. Ну да, учитывая то, что в сериях Майнкрафт, но с нами уже не знаю, какая лютая дичь происходила, тут уже мало чему можно удивляться. Ладно, пошли тогда в эту, хотя бы в кузницу, возможно, там есть какие-то плюшки прикольные. Давай. По-любому есть, на самом деле. Ну, конечно, там 100% сейчас должен хотя бы один... Катя, сзади! Так вот, хотя бы один вот этот алмаз должен быть. Пошли, давай, проходи. Подожди, у меня что-то глаза чешутся. Подожди, сейчас... Пыль, что ли, попалась? Мы ж в пустыне. Ну давай, чеши их там и пошли. Ай-яй-яй-яй, как жут. А-а-а, чё за фигня? Кать, у тебя из глаз какие-то лучи смертоносные, огненосные, просто... Я сейчас потушусь и выйду. Блин, глаза жжёт, пипец, что это было сейчас? Так, только не гори мне, что ты тоже в кого-то превращаешься, хорошо? Ну подожди, я это я. Ты, а я это я, да. Ну и все. Да. Я даже не знаю, как это контролировать. Почему всегда происходит какая-то неописуемая дичь? Я даже не понимаю, что происходит. Держи вот это. Да хватит ты своими молниями пуляться там уже. На, по башке. Так, пошли в кузницу, давай быстро. Так. Что такое кузница? А, да. Здесь у нас
Опа, один алмазик, в принципе, как я и говорил, здесь у нас, ага, кирочка и плащ. Плащ? Это мне. Плащ я себе заберу и сейчас постараюсь его куда-то надеть. А куда он надевается? Опа! Дай угадаю, алмаз ты тоже себе забрал, да? Так, ну на, держи алмаз, я тогда плащ. А плащ куда-то вот сюда должен, да? Опа! Ну, прям супергерой, прям мое сердечко сейчас украдешь. Хорошо, а мне что? Я тоже хочу шмоточки какие-нибудь. Я так еще быстро бегаю, смотри! И прыгаю высоко! Да. Слушай, я тоже быстро бегаю, подожди. Ой. Ой. Тихо! Стоп! Успокойся, хватит все поджигать! Я смотрел пару лет назад Супермен. Фильм такой есть. А ну попробуй взлететь. Может, ну, у тебя вдруг получится? Ой! Слушай, ну, мне трудно этим управлять, конечно, я потому что не приученная девочка вот к этим всем делам. Но прикольно. В следующий раз, пожалуйста, поаккуратней со своими этими... Сзади крипер! Как сзади крипер! О. Смотри, видал, как умею! Ха! Со своим молотом! Не, я видел! Тут лава! Кстати, я реально видел, это ты его заморозила? Я не знаю, просто испугалась, и вот оно само. Я тебе говорю, ты поаккуратней, пожалуйста, будь с этими своими способностями. Ты посмотри, что ты с деревней сделала. Она вся сгорела уже. Да ну ладно, построим новую, если что. Так, кстати, мне даже стало интересно. А ну давай опять поверь в себя и испытай на мне вот это, вот эту дичь. Так и хотела сделать. А теперь подлетаем и камбушечку. Какую камбушечку? Хватит здесь все поджигать, Катя, я тебе третий раз говорю. Ладно, все, это был последний раз. Пошли в этот дом. Я, кстати, его с самого начала заметил. Ты не заметила, да, что здесь какой-то необычный дом есть? Нетипичный для деревни. Он какого-то, знаешь, такого минималистического стиля, модерн, класс и люкс. Заходи давай внутрь, возможно, здесь будет что-то полезное. Да ядрит ты колотить эти криперы! Крипер! Стой там. Такой смешной бусечка. Кать. Ой, кажется, я знаю, чье это. И кажется, я знаю, кого это. Вот. Разворачивайся. Вот это да. Вот это пока. Ты ж моя супергерл. Мне кажется, то, что вот этот плащ тебе больше подойдет, чем мне. Напяливай его. Так подожди, если ты возомнил себя Тором, так у Тора же есть плащ, это твой плащ. Ну он тебе больше подходит, ты его напяль. У Супермена должен быть плащ, а я просто обычный человек. Разве что бог немного, а так обычный, да. Ну вот как мне? Тебе идет намного больше, чем мне. Супергерл! Да, мать, я не думал, что у меня такая баба будет. Ну, в смысле, девушка. Так, ща, подожди. И... Ты куда? Погнали! Кать! Мать, да я ты ли... Я Супермен! Супергерл! Да ладно, пофиг, в принципе. Ну ладно, давай тогда я тоже полечу. Я ж тоже летать умею. Погнали вместе. Давай. Кать. Нет. Кать. Так, подожди, я боюсь. Давай, спасай деревню. В смысле, ой, я спасай? Кто здесь Супермен? Я или ты? Я всего лишь Тор. А, точно, я же на! Супермен. На! Давай, в этой поджигаем. Деревне... Да не меня поджигай, в этой деревне явно что-то не то происходит, ты... Ой, я что-то разогналась, подожди, а кого убивать-то надо? Этих зомби пустынных, Кать, сзади тебя один. Да сейчас мы его заморозим, смотри, вот так вот его беру и вот так оба, на, а потом вот так вот, оба. Вот так совсем. Сзади, Катя. Лови молот. Еще один лови молот, лови. Всех подожжем, смотри, что могу. Давай, я тебе молнией помогаю! На! Ой, тебя... Мест. Тебя случайно попал поджог! Тушись! Спасибо.
Кат! Включаем супер молот! На! На! Если вот мы стали так, супер... Чики-бомбони, я подожгла, чики-бомбони! Ты кокнула чики-бомбони, Кать. Давай ты еще одну чики-бомбони. В следующий раз будешь аккуратнее, хорошо? Ладно, простите меня, пожалуйста, за чики-бомбони, я не хотела. Мы захотели спасти эту деревню, потому что мы стали супергероями, но что-то явно опять пошло не так. Блин, я, кажется, спалила все нафиг. Да. А, там еще, мы не... Пожалуй, хватит использовать свой вот этот суперлазер, ты же сейчас все подожжешь, к чертовой, ты другой дом подожгла. Кать, успокойся. Зато это действенно. Что действенно? Да, мы спасаем людей от этих зомби, я вообще не понимаю, почему их так много в этой деревне появилось. На! Ты же понимаешь, что ты в ту же секунду сжигаешь к чертовой бабушке всю эту деревню. А так, нормально? Ядрить, колотить, Кать. Сейчас я другим способом. Подожди, вот так, пау! Еще раз, пау! Когда летаю, намного проще всех убивать. И конечно, блин. Чики-бомбони тоже. Ой, я, кажется, сейчас кокнусь. Не кокайся! А то сердечко. У меня плохие новости для тебя. Очень плохие. Какие? Новости. Лови. У меня не... Зачем? А что у тебя? Короче, все это пипец. Я не смогу тебе больше помогать. Все, дальше сам. А что такое-то? Ну, у меня подпитка идет от солнечной энергии. Я сейчас и ночь. Все, у меня силы все пропали. Я не взлететь не могу. Ничего. Чики-бомбони. Какие чики-бомбони? Попробуй поджечь чики-бомбони. Попробуй. Да не могу я, все, нет сил, пропали. Ночь, супервумен же, вот этой супермен, они же заряжаются от солнца, а ночью тогда ты бесполезная получается, да? Сам ты бесполезный. То есть получается, если сейчас на нас опять кто-то начнет нападать, я должен буду тебя спасать, да? Ну, вообще в теории да, но я могу куда-нибудь уйти, там покупаться. Не надо идти никуда купаться, ну пошли тогда в деревню, сейчас будем искать, если тут кто-то еще или нет. Давай. Кать... Посмотри на крышу, пожалуйста. Или мне кажется, ли там кто-то есть? Это нам что? Подмога подоспела? А я, похоже, кажется, его знаю. Кто да. Это. Подойди сюда! Чувак, давай знаком... Так ты подмога или как? Кать, это не подмога. Это просто злой Капитан Америка был, походу. А он разозлился-то? У него щит Капитана Америки был. Я его узнал. Так я тоже его узнала. Я подумала, это кореш наш, и мы такие сейчас кореш, вместе... Кореш, да, ага, кореш, да. И мы опять у нашего старого разбитого корыта. Да. Ну-ка. Пишет то, что он слишком тяжелый, не могу его поднять. Да, все. Все. Я так и знала. Не достоин больше. А ты-то хотя бы можешь что-то делать? У меня разве что только плащ остался, но больше не взлетать, не поджигать, не замораживать я не могу. Все, типа Капитан Америка нас кокнул, и мы больше ничего не можем делать, мы больше не боги Майнкрафта. А ты знаешь, мне кажется, Капитан Америка специально пришел и кокнул нас, потому что мы недостойны быть супергероями. Мы недостойны. Ладно. Главное, чтобы подписчики опять какую-то в комментах дичь не написали. И мы в следующей серии не превратились в эту самую дичь. Майнкрафт, но мы не перестаем становиться дичью. Надо строить дом. Надо строить дом. Оставляем этот молот. У меня кирка есть. Она ничем... А у меня и морковка есть. Вот, морковка, иди сажай морковку, я пойду тогда... Засраивать всю эту яму. Давай.